Все, кто пришел, конечно, крепко обнял, приподнял. Всем здорово, господа. Здравствуйте. Спасибо, что пришли на этот стрим. Ребята, приготовьте себе что-нибудь покушать. Мы сегодня ненадолго. Сейчас я посмотрю время. Да, мы действительно сегодня ненадолго, ребят. Потому что у меня есть еще дела. Называется «Нихуя не дел». Не, на самом деле, дохуя дел, пиздец. Здравствуйте, здравствуйте. Поехали сразу же музычку врубаем какую-нибудь такую, которую мы постоянно слушаем. Это пердежное говнище. Оп. Оп, сразу настроение стрима, да, пошло? Здорово. Рассказывайте, ребят, как ваши дела? У меня плохо. Всех рад видеть. Ребят, сегодня со мной по-прежнему лучшее, что создал человек прямо сейчас. Парилочки. Отличная музыка, отличная. Обоссали. Сейчас я посмотрю и решу, что это такое. Боже, какой же я. Ебаный нищий выблядок. Так. Сразу с этого начали, с конфликта. Боже, какой же я... Ебаный нищий выблядок. Мне так это нравится. Я такой... Сын ебаный шлюх. Все люди смотрят на меня и думают, он такой... Сын ебаный шлюх. Капец. Боже. Сволота ебаная, бездарности нахуй. Я вас побрею, блядь. Так, звук отстает. Да это у тебя отстает, то шин, блядь. Компьютер нормальный, купи себе нахуй. Здравствуйте, господа. Перекличка балбесов, да. Ну рассказывайте, как у вас дела. Не трогайте фумы. Как у вас дела, что нового произошло? Как картинка, как звук, все в порядке? Я сегодня на скорую руку настроил картинку. Ну вроде пока пойдет. Ну, можно лучше. Ты отстаешь. Да это вы отстаете, блядь. Раз, два, три, четыре, пять. Да это вы отстаете, бля, я все вижу, нахуй. Бля, что-нибудь такое, хочется такое прям, ну, что-нибудь вам, это самое, приятности наговорить, ребят. Но вы и так знаете, что вы самые лучшие зрители на свете. Хуй знает, ну что-то подсосаться вам нужно, что-то настроение такое. Настроение, кстати, так себе. Но это не мешает мне сегодня для вас постримить, но правда недолго. Так. Ладно, давайте сразу к Дане переходим. Дань мою несите, где? Договор. Ебать. Подписан. Привет из электростали от Ардемар. Электросталь! Рад тебя видеть. Здорово. Даня. Покидаю Дубай на самолете и возвращаюсь в Москву. Необычный город оказался. Договор. Понятно. Ура, завтра лечу в Питер. А послезавтра мой ДР. Можешь, пожалуйста, поздравить заранее? Дашуля Кюка, заранее тебя с днем рождения. Опа, сразу с козырей зашел Акалев. Акелев, блять, Акелев. Да ебаным. Пока мы тебя ждали, у меня устали ножки, можно присесть куда-нибудь. И, кстати, хватит выгонять нас со стрима. Иначе я не буду с тобой дружить. Хорошо, хорошо. Акилиф, присаживайся. Привет, пап. Акилиф, факен флай, протя, да? Спасибо за косарь. Выбраться и смог. Дышим сероводородом. Опа. Можно я присяду на подлокотник кресла? Ну присаживайся, Наташка, пока тебя не спихнул кто-то, у кого денег больше. Привет, Пенек и Чатик. Как у вас дела? У меня хорошо. Удачи тебе с шоу, пап. Я уверен, что спокойно получится. У тебя по-другому не бывает. Блять, да волнуюсь, пизда, просто, блядь. Привет, Чучум бык жив. Посмотрим сегодня фотолупы или зоопарк. Рыжий сегодня красавчик, как нет, всегда, наверное. В принципе. Спасибо, спасибо, Чучумбрик. Мило хуило тебе тоже, спасибо большое. Приветики, поздравьте Анну Геннадьевну с наступающим юбилеем ПЖ, ПЖ, да, Анну Геннадьевну поздравляю с наступающим юбилеем от всего сердца. Ну ща, кушать будем. Не, я сегодня поел уже. Я сегодня поел пироженку.
вчера ползуба отвалилась, теперь страшно жевать левой стороной. Всех с Рождеством. О, Рождество, спасибо, пёс Деда, ну ты лечи зубы, хотя... Здорово, я поясняю, почему вне времени пересказывают моменты. Это показывают на ТВ и типа после рекламы, чтобы люди вспомнили чудо. Я знаю, я же рофлю, когда говорю, хули ты мне пересказываешь. Ну просто когда они в инет заливают, они могли бы это срезать. Сегодня для ушей. На денюшку. Спасибо, спасибо большое. Да у меня каждый раз плейлист Анли прям Зай, для вас. Спасибо, что все так и стремишь на мой ДР. Я знала, ты не пропустишь. Как раз успел отпраздновать. Проведу этот вечер с тобой чатиком. Все, все, присаживайся. Договор подписан. Давно меня не было в уличных донатах. Держи денежку. Спасибо, Лечард, большое. Дай вам всем... Ой, дай вам всем бог здоровья. Ну-ка, пил. Что, дурак, блядь, если бы попал в глаз. Спасибо большое, понедельник. Здорово, отец. Наконец-то стрим на выходной выпал. О, кто отдыхает? Поздравляю. Бля, что такой тихий? Или я не... Я тихий, да? Балбеску. Когда в МСК приедешь, запишешь у Курского вокзала нового попрошайку. Посмотрим. Требуем нового попрошайку. Кстати, можно. Ну, бля, если время будет, там пиздец все дни расписаны будут. Длинный лоб. Удачного стрима. Веселитесь. Да, у меня длинный лоб. Ладно. Договор. Ладно! Сколько нужно инвестировать в ДК, чтобы получить любейшую роспись на стене ВК? Или уже не актуально? Не актуально, я вообще не расписываюсь, ну его в пизду. Удачи, кучатик. Желаю удачного стрима. Слушал альбом Кизару. А он вышел? Договор. Нет, не слушал. Ну можно пролистать. Объективно говоря, я твою мать ебал. Да ты охуел, блядь, кто это? Пестик опять, блядь? Договор. Пестик, я тебя найду когда-нибудь. Привет, ты так, ну, спасибо не шути, за стримы. Ёпта, со Антон смерти, Шастун, нахуй. Ты крутой. Да, я Антон Шастун, Леруша, спасибо большое. Привет, я поел шашлык, картинка класс. О, бля, я бы тоже сейчас шашлык, хотя мне не хочется кушать. Даня, я вообще на волнениях все дни, бля, сейчас расскажу. Пожалуйста, где ты публикуешь альбомы с музыкой со стрима, если публикуешь? А не, я подборки с Ютуба, я просто знаю, какие слушать. Выключи стрим, пока не поздно. Не просьба, а приказ. Надеюсь, ты хорошо понимаешь слова. Игорь, ты смотри, чтобы... Ну, ты забыл, как ширинка вчера пахнет, был экзамен или что, Игорь? Попалось слово «фумус», как оказалось. Это дым. Вот откуда название «фума». Да. Интересный факт образовательный. Да, ребят. Договор подписан. Надеюсь, фума — это не мы, только товарищ... парилки, но еще и образование. Да, чай еблана, мы с тобой, да, ну, жесткие. Блять, я только восстановил режим сна и правильное питание. А проснулась сегодня в 18. Ну что за хуй? А я сегодня в 12 проснулся, я сегодня постарался проснуться. Привет, лошок. Это ты лошок, блядь. Привет, МС КамАЗу и всему 96 скваду. Даня лох. Да, всему 96 квазу и МС Кваду и МС КамАЗу, привет. Даня лох. Да пошел ты в жопу, блять, еблан. Привет, Даня. Привет. Хорошего стрима. Передай привет Саше Спасибенко и можешь пожелать ей хорошего настроения. Да я вам что, лав-радио, блядь, передавать? Да, конечно. Саше Спасибенко, поздравляю. А, передаю привет и хорошего тебе настроения. Nexus 500 рублей, вот это я уважаю. Вот. Выбил долги 90% шефу. Опа! Хорошего стрима. Опа, вот это я уважаю. Ку, дед, опаздываю на работу. Жопа горит из-за этого. Но стрим пинка успокаивает. Точка хорошего стрима и настроения. Спасибо большое, Заринка Змеинка. Спасибо большое. Даня, ку. Я писал Привет. На имейл, но лучше, если продублирую здесь, чтоб ты меня разбанил на Твиче. Видимо, подумали, что я бот. Спасибо, Ник. Басин, подчеркивание ХД. Договор подписан. Как так тебя так, вообще? А, не, подожди. Кстати, фума нигде в МСК не смогла найти. 4 табачки объездила. Спасибо большое, Вика, вежливо. Не знаю, может быть... Не знаю, они точно должны быть в Москве. Они же из Москвы сами. А, по поводу, вот, я писал на e-mail, но лучше продублирую здесь, чтобы ты меня разбанил на Твиче. Видимо, подумали, что я бот. А, не может быть такого, что мы баним просто за то, что ты, я подумал, что ты бот. Пиздёж, потому что ботов я отписывал от себя. Там есть специальный сервис, короче... в инуте. И всех подозрительных я от тебя отписал. То есть достаточно переподписаться. Но банить точно нет. Значит, тебя забанили за что-то жесткое. Пиздун. Договор подписан. Привет, Балбесина. Нервов тебе побольше на твой проект. Надеюсь, все пройдет супер классно. Только не забывай отдыхать. Договор да ну ебать. Подписан. Спасибо большое, Достоевский. Привет, привет. Удачи тебе на съемках. Спасибо, Гуфи. Спасибо. Бля, ребят, мне так поддерживаете, я в ахуе просто. Спасибо вам всем большое. Привет, красотуля. Привет. Желаю удачи во всех делах, делишечка. Спасибо большое, Анечка. Дайте бог здоровы. Договор подписан. Ты навечно моя девочка, но Илья, прошу, войди в меня, я прошу, войди в меня. Войди в меня, Илья, Илюша. Куда, Даня? Привет. Хорошего стрима. Можно на люстре повисеть. А у меня здесь нет люстры, но она такая, как светильник Договор такая. Ну, виси, подписан. Если хочешь, Полинчик. Периотконос, вот ты где, спасибо большое за 300 рублей. А вот ты где, Пери. Договор понял. Слышал трек Славы КПСС и пироги не здесь. Зашло? Я вижу, мне в чате срут, да я не знаю, будем ли сегодня Договор слушать, посмотрим. Подписан.
Дань, а ты собираешься видеться с кем-то в Москве? Кальвак, Мазик? Или только делами будешь заниматься? Только делами буду заниматься, скорее всего. Чужесранка. Дань, я бы тебе в рот насрал. Буду знать, Егор, спасибо большое, сори. Ну, смотри, чтобы я тебе в рот не насрал, козлина малолетняя. Наконец-то я могу вернуться на стримы. Можешь похвалить. Я закрыла сессию на отлично. Бля, теперь это я уважаю. Дома сижу на каникулах. Вот ура. Это я уважаю, Катя, болтовня. Ну реально болтовня одна. Помню, на Витфесте бегал кто-то подписчиков в черной толстовке. Думала, бандит какой-то, а оказался Данил Кокашин. Опа! Люблю тебя меньше, чем ты. Я не бегал от подписчиков, один раз такое было. Мы будем ржака. Потому что я не ожидал. Кто из 2017? Спасибо большое. Да, было дело, было. Ты знаешь все обо всех? Ты думал, что я сдулся, думал, что опопсел. Но кто тебе поведал про грайм и дабстеп? Ты 4 года пиару я в туре. Ты молодец. Что-то такое там, да? Блять, я несколько стримов не могла посмотреть из-за того, что ебаный провайдер свои функции не выполняет. Опа. К основному, пиздец красивый. А у нас что вообще в России свои функции выполняет? Папа, поздравь с тем, что год закончила на отличный, мое чат с днем. Поздравляю, поздравляю, Викторник, спасибо большое, все, донаты прошли, что-то мало нахуй, блять. Где моя Дайн, ладно, шучу. А, чё я еще хотел сказать? По поводу передай шоу. Передай Санли, чтобы она шла нахуй. А на самом деле я аттестат получил. Санли, вроде средний нахуй. Балл 4.5. Уважаю. Кстати, тебе удачи на съемках. Спасибо. Блядь, сейчас опять донаты пришли. Сейчас, секунду. Сам ты еблан. Донатный договор куня. Донатный договор куня. Донатный договор куня. Донатный договор. Ой, бля, ой! Договор подписан. Во! Вот это я уважаю, блядь. А прошлый донат что-то скипнулся сам по себе, что-то не понял. Я уж прошу прощения. Вот, я любые мнения уважаю, там, ну, вот это все залупы прогоняю. Так, господа, да. Да я сейчас, короче, вообще на диком, блядь, очке сижу, просто пиздец. Короче, у меня времени не хватило, блядь, ебашу сейчас, ну, знаете, подготовку к шоу, вы же знаете, ну, как шоу, блядь, я просто называю это шоу, я не хочу, чтобы это, ну, какую-то официальность имело, хочу наоборот, чтобы... Все на лайте делать, как будто бы влог из студии, знаете, договор типа. Подписан. Вот. Даня, чатик, всем привет. Привет. Сегодня сдала последний этап аккредитации и теперь могу формат. Работать спокойно. Всем хорошего вечера. Договор. Спасибо большое, Мариш, ну я Даню тебя поздравляю. Даня качественно рекламирует Фума, что подсадил на них Мазика. Да. Он теперь тоже их рекламит. Да. Потому что у Мазилова есть вкус, в отличие от некоторых. Да, что я хотел сказать? Договор подписан. Что я ебанат. Ожидание всегда тревожит. Верю в тебя и в то, что съемки пройдут легко и успешно. Да, блядь. В любом случае, очень ждем. Ты умничка. Сильно спасибо большое, милый. Спасибо. Ну, короче, да, я что-то себе не особо-то времени оставил для подготовки. И я сейчас, короче, моя задача под каждого чувака, который придет, или чувиху. Там два чувака, три чувака и две чувихи, так скажем. Вот. Уже заранее понять стиль, подготовить все сэмплы, хуемплы. Ну, знаете, чтобы вот этой хуйней не заниматься поиском всего, типа, подряд. Вот, короче, для Тендерли, ну, уже не секрет, что Тендерли там будет. Для нее уже придумал, но что-то, короче, блять, вчера весь день этим занимался, под конец дня подумал, что вообще не то. Ну, короче, я очень волнуюсь, блять, думаю, что не получится нихуя. Привет, пап, ебани схватку ВМСК и дай посидеть уже где-нибудь заебал. Да присаживайся вон на коверчик, спасибо большое. Сходки я делать точно не буду, спасибо. Один раз мы делали в году 16-м с Адамсоном, мне хватило. Мне вот это, знаешь, вот это... Я твою мать ебал. Договорились, вишневый сок, смотри, ну, смотри, чтобы я, ну вот... Ну знаешь... Чем я раньше зарабатывал. Я людей в GTA 5 RP, людей убивал за деньги. Смотри, не нарвись. Чего вы скобочки шлете, я молодежь? Ну, короче, вот эти сходки, блядь, вот по поводу этого. Делали мы как-то, мне вот это... Да, блядь, хватит не перебивать! Возьмите, пожалуйста. Спасибо большое, Лермонт, блядь. Ну, вот это здорово, спасибо. Короче, это самое. Вот эти сходки, где куча детей приходит на тебя, потому что у них нет денег и возможности прийти на какие-нибудь концерты, да? Вот это ты стоишь вокруг них, а потом от них бегаешь, типа, снимаешься. Ха-ха, я от фанатов бегаю. Да мне, короче, блядь, ну что-то мне не нравится, короче, стоять, блядь, на площади какой-то, детей развлекать, блядь. И, а потом это самое, от них не отъебаться и фоткаться со всеми. Да ну нахуй мне оно нужно, блядь. Вы уж поймите меня правильно, блядь. Лучше какие-нибудь концерты приходите, посмотрите на меня. Я и заработаю, и как бы потусуемся, пиздато же. Хорошо, что ты подрубаешь, когда я на работе. Теперь у меня есть отмазка. Чтобы уйти. ББ. Здравствуйте, я пошла. У меня там это, да, типа, у Дани, кажется, стрим. И начальник такой: да ты еще, все, сейчас я тоже буду смотреть. Бля, спецом заработала бабла, чтобы тебе донатить. Люблю Даню Нянон.
Вот это я уважаю, кто зарабатывает и мне прислал. Ну, вот настоящий фан должен зарабатывать, чтобы мне, по-моему, донатить. Я так считаю, если честно. Это все простояк пишут. Ну, короче, да, блядь. А по поводу шоу, короче, я только с Тендерли подготовился чуть-чуть, короче, блядь. Ну, блядь, я боюсь, короче, обосраться, уверен, блядь. Вот что не проблема. Помнишь меня, балбес? Ребят, на сайте Уфума можете посмотреть, где они у вас продаются. А, кстати, пойду, да. Пойду я доспечу у тебя в холодосе. Спасибо большое, блядь, у меня там все равно нихуя договор нет, молоко подписан. Есть. Может, привет, и суп прокишет. Наконец смотрю стрим не в записи и, наконец, подписываю договор. Можно передать привет Юнкиле Руслановне и посидеть. Да, Юнкиле Руслановне передаю привет, садись в шкаф. Давай, нападай. Ну давай, блядь, пошел. Смотри, чтоб хуй в жопу не вошел. Понял, блядь, вишневый сок. Ты не вишневый сок, ты вишневый носок, ёпта. Чё, в жизни не испытывал такого унижения, да? Ну вот, блядь, держись, нахуй. О, еще косарь. Вот это я уважаю, блядь. Вот, ребят, вот кто мне донатит бабки, я всех уважаю. Спасибо большое. Да я надеюсь, получится, реально. Я уж так, типа, думаю, да похуй, получится. У тебя все получится. Да получится, я уверен. Договор подписан. Шалом, приезжай в Казань, потом ебашь на Метьеву, угощу квасом. Когда фит, ты випри. Стасай, как просто. Передай, я понял, пожалуйста, да. Привет меньше, да не, чем ты. Мы договор не общаемся, подписан. У нас разная музыка, если даже у так смотреть. У всех смотрячка будет поджиматься, когда ДК будет возвращаться на YouTube. Гости тоже ссут, поэтому мы рады любому контенту от тебя, сука. Да короче, про гостей сейчас рофл просто, да, вот в чем. Думаю, что все будет хорошо. Постарайся сильно не перезагружать себя. Если постараюсь будешь много нервничать, реально можешь все слить. Это правда. Ну я постараюсь, да. Да короче, про гостей смешно, что типа я волнуюсь и гости волнуются. Знаете, почему гости многие волнуются? Потому что было шоу Данилки Кашина, где люди приходили, ну, сниматься, и даже нахуй, не зная, где сниматься, и там просто тотальное, блядь, какое-то унижение, короче, жесткий, блядь. Это самое. Короче, нажимаешь психологически, да, на этих гостей. Я думаю, что многие в ахуе, короче, приходить очкуют, что типа, блядь, я буду там на них там. Ну, вы поняли, да, типа там как-то прикалываться и так далее. Я же наоборот хочу лайтовый формат. Но я удивлен. У меня было мнение. Вот выпуск Тендерли Бая не вышел же, Данилки, или вышел? По-моему, не вышел. И не выйдет, если что, ребят. Сейчас. А даже Усачев был, я вообще забыл про это. Нет, не был. Ну и, короче, она так охуела от того, что вокруг происходит, как и все, в принципе. Просто охуела, короче. И я думал, что когда я... Когда я ее позову, короче, сниматься вот в этот формат, она не согласится, потому что подумает, я, ебать, больше такого нахуй вообще терпеть не буду. Не, нормально, типа, согласилась. Скажи, что было хотя бы? Да я думаю, что помню, но там жестко, мы под каждого уже придумали. ОМОН всех заламывал, ну, девчонок, естественно, нет. Вот, что там еще? Ебать, мне 50 битсов милиши отправил, спасибо. Я не знаю, что такое битсы, но я знаю, что это валюта какая-то, да, твичевская. Спасибо большое за 50 битс, нихуя. Милиши. Ну ладно, похуй. Или это что? Я просто не знаю, типа. Мне просто показывают, что это пока, я не понимаю. Так, донаты. Снова. Договор подписан. Уважаемые Лайф Радио, передайте, пожалуйста, привет мне и моим подружкам-лесбушкам Маше и Даше. Смотрим, да, тебя всей Машу. Да, твоим подружкам-лесбушкам. А так можно говорить договор в таком подписан тоне? Ну ладно. Договор. Маше, Артём, и Даше передаю привет появилось? Со всем уважением. Не знаю, у него спрашивайте. Комботас. У Пап, него спрашивайте. Поздравь с днем рождения мою подружку Полину Толстых. Точка, поздравь. Да, но не от всего сердца. Полину Толстых поздравляю за днем рождения. Ха-ха-ха, пускай от ей всего сердца. Да, блядь. Ну, тур посмотрим еще. Я всем расскажу, что ты своих зрителей не уважаешь. И что ты с ними только из-за денег. Чего? Ты ебанулся, что ли, вишневый мне сок? Мне похуй, что концерт в СПБ был месяц назад, спасибо. Был рэп. Я поймал первые две бутылки в слэм плюс эффект с данной сессии. Хорош. Чинфу, спасибо. Ты лох. Ты лох, запятая, смотри это самое. Смотри, чтобы я тебя, ну, конечек твой не вырвал, чтобы ты точка не стал. Да, а? Я просто за все время просмотров не оставил ни одного сообщения. Можешь хотя бы чекнуть по нику после стрима или попросить модеров. Договор. Хорошо, а как у тебя ник? Просто ничего, ты потерял. Даже если обосрешься с шоу, мы хоть поржем над тобой. Договор. Да короче, знаете, как я шоу сделаю? Подписываю договор.
Будет ли концерт в Саратове? В Саратове? Нет. Договор подписан. Там же маленький город, вот Самара, Дань, привет, будет. Не могу найти ФУМ в СПБ. Я в депрессии. Ты что, не, дохуя где есть? Очень дохуя. Договор подписан. Я тебе на концерте в Москве поебалу в слеме зарядила. Прости, пожалуйста. Жить не могла, если бы не извинилась. Да не, нормально, я даже не почувствовал. Нормально, не, четко все. Вчера в магазе пришел какой-то мутный дед, начал гнать и оскорблять директора магаза. Потом узнал, что это мой батя, и он сидит за стенкой. Договор подписан. А, нормально. Пап, очень люблю тебя. Столько всего хочется чуть-чуть сказать, брика, но у тебя не знаю даже как. Ну, батя просто магазин владеет. Просто спасибо такому солнышку за то, что ты есть. Лю меньше, чем три успеха тебе. Спасибо большое, Бубун. Спасибо большое. Что-то я хотел сказать, забыл. Нахуй я в эфир вышел, блядь, что-то вот что-то было на уме, забыл нахуй, пиздец, блядь, ну сука, я и балбесина натуральнейшая, блядь, так. Надо чуть-чуть прибавить, я считаю, и контрастности. Вот так, чуть-чуть посветлее сделаю себя, все, готово. Офы, а, прошел... А, да, чё, я просто, знаете как, ну там вообще, бля, я концепцию 50-й раз рассказываю, ну чтоб вы все знали точно. Приходит, короче, артист, блогер, стример, похую вообще, лишь просмотры были. Приходит, короче, да, и мы с ним какую-то такую интересную темку придумываем, исходя из моих навыков продюсирования, да, так скажем. Вот, и, короче... Будет две смены, то есть два дня я буду снимать с 11 утра до 12 ночи, каждый день. Четыре выпуска. То есть каждый день я буду вот с утра до, там, допустим, с 11 до 5 вечера один человек, с 5, ну, до 12, вы поняли, другой. Короче, пиздец, хуй знает, как это все выдержать, то есть работа ебать будет. Вот, и представляете, надо песни постоянно писать. Я надеюсь, что у меня получится. А если не получится, то я схитрю и доделаю ее дома. Ну, то есть мы такие, типа, запишем, что надо, вокал, а уже прям причешу я ее дома. Так что, по идее, должно хорошо получиться. Ну, по идее, блядь. Так что посмотрим, ребят. Договор подписан. Почему не ходишь на свидание? А? А? У меня душу а? Время а? Есть, думаешь? А? 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 Оп, украла ума. Опа! По рукам. Спасибо, аноним. Солтеран, спасибо большое за косарь. Спасибо за Казань. Молча отправил. Вот это самое любимое. Ну, присаживайся на диванчик, Солтеран. Солтеран, Солтеран. Привет, Солтира. Даня, рада тебя видеть. Передай Жеке Даниалс. Я тоже себя рад видеть, спасибо большое. Жеке Даниалс, передаешь, он лох. Описывайтесь от него все. Он вас не уважает. Бля, что-то донаты пропускай, не видел, что там. Так и не ответил на вопрос. Приехали с деком конфеты из Обугорной. Нет еще, кстати. Где, кстати, моя картина и это? Где должны быть? Даня, я тут все дело придумывал не к себе. Оцени. Я Катя, кстати. Поплакать? Договор нормально. Подписан. А, покакать. Ничего страшного. Ну, типа, покакать. Если не получится, все, будешь понял. Снимать не, про политику, все хорошо. Договор подписан. Ничего страшного, если не получится, будешь, Дань, снимать про вот политику. Басим, да, под есть такие. НКД. Странно было бы, если бы я что нарушил. Я тебя уважаю и моделькой делал, потому что слушаю тебя. Спасибо. Спасибо большое, я Лиза Чушо. На хлеб с маслом. Дайте аж по фуму даже. Обойдешься. На этом канале пользователь Basin HD не забанен. Чел, ты... по твоему нику ты не забанен, чел. Я вот только что пытался тебя разбанить. Лиза, я Лиза Чешо, спасибо еще раз за 500 рублей на хлеб с маслом, дайте ашку фумы. Ну ладно, ладно, держи. Спасибо большое, дайте бог здоровья. Сегодня будет не времени, не знаю. Я вообще говорю на 2 часика, ребят, потому что, блядь, времени вообще... Время такой ресурс, которого никогда не хватает, ребята. 5 человек, 4 выпуска, да, там один чувак... Да, так скажем, который придет, он сказал, можно я прихвачу своего друга? А друг тоже очень популярный, ну, прямо сейчас популярный стример. И я такой, да, давай, блядь. О, Санечка, вот это я уважаю, Санечка. Спасибо большое за косарь. Присаживайся, расталкивай всех. Вот, присаживайтесь, ребят, миллионеры у нас, ну, на диванчике сидят, как положено. Спасибо большое, Санечка.
Не знаю, не скажу, ребят, не скажу. Да я сейчас нахуй всех гостей спалю, вообще потом неинтересно будет выпускать, договор реально же. Подписан. Всех за тысячи по имени благодарил, а меня нахуй, значит, сейчас да, только сотки ну, по идее, буду так. Ну ты смотри, 100 рублей, 1000. Сама расцени, Алиса Исакова, спасибо тебе большое за донаты. Треки буду на площадках? Кстати, хороший вопрос. Не знаю, потому что, возможно, ну, если трек мега охуительный получится, то, ну, может быть, выпустим. А так вообще, ну, по дефолту, наверное, нет. Пускай это будет эксклюзивный контент. О, Милиша еще 30 битс отправил. А что это такое битсы? Объясните, я знаю такие наушники только. Спасибо большое, по-моему, это дохуя очень. По-моему, это дохуя. Когда примерно выпуски будут выходить? Ну, с лета начинаю. Если мы все отснимем, все, сразу я смонтирую и начну выпускать. Дай бог рекламу найду. Я очень хочу рекламу, чтобы окупиться, потому что мега все дорого, блин. Мега дорого получается. Дай подудеть Фума. Уж очень мне она нравится. Держи, Виджи. Договор подписан. Удачи с шоу. Верим в тебя. Вот еще денежка. Спасибо, Лечер. Спасибо. Все, присвоил денежку. Спасибо большое. Ну, рекламу я бы хотел Яндекс.Музыка, потому что сейчас из-за того, что Spotify ушел, я сам Яндекс.Музыка пользуюсь, и, в принципе, нормально. Не считая, вот, блядь, меня больше всего бесит подборки, вот там есть охуенная функция, типа, слушаешь песню, и там есть поток по этому треку, то есть по такому же стилю. Ебать, Милиши 100 битс отправил. Что это такое? Объясните, что такое битс. Ебать, по-моему, это очень много. Спасибо большое, Милиши. Я просто хз вообще, блять, у меня оповещения же, по идее, должны быть на эти битсы. Спасибо большое. Вот, короче. Договор ща. Подписан. Привет, Даня. Смотрю твой стрим, подролл и шипсик. Передаю привет Данечке Венгеру. Спасибо большое. Блять, ну это приятно, конечно. Роллы заебос. Договор подписан. Ты охуел? Я тыщу кидал 5 минут назад. А-а-а, в смысле? Ты пиздишь. А, реально, ты, в смысле, а я не сказал? У тебя все получится. Да не, я сказал спасибо большое, разве нет, Алиса Исакова? Не-не-не, на 1000 рублей я всегда... Сейчас, секунду. Алиса, я всегда на 1000 рублей. Манго в какой-то хуйте, орешки с сушеными ягодами. Буду ждать, пока можно будет прислать тебе. Пил. Заказала тебе молочный чай, манго в какой-то хуете, орешки с сушеными ягодами. Блядь, ну звучит круто, конечно, ничего сказать не могу. 100 битс — это 100 рублей, а... Я просто хз вообще, что это такое. Ну ладно, ну зерна приятно, спасибо большое. Что-то я говорил, да, Алисе я говорил. Не-не-не, я на 1000 рублей всегда реагирую хорошо. Ты че, блядь? Спасибо еще раз большое. Что-то я, блядь, рассказывал, нахуй. Договор подписан. После твоего клаб-шоу у меня было поступление в театральный вуз. Так. Не прошла, не расстроилась даже. ТК, твое выступление подарило кучу эмоций. Я тоже театральный пытался поступать, договор не поступил. Подписан. Было дело. Признайся, что пригласишь Джарахова и Крида. Не, ну Крида ради просмотров. Не, реально, да, почему нет? Помнишь, ты говорил, что Мазилори залили без твоего разрешения? Да. Решили проблему? Ну, по идее, а должны. А еще передай мне привет, Алинка, уже. Тебе привет большой. Ну, вроде должны, мы написали, я думаю, снесут на днях. Про Яндекс.Музыку, да-да-да. А, да-да-да, и там есть вот этот поток по треку, и, в принципе, он работает, рекомендации там работают, не считая того, что там все из ТикТока, блядь. Сука, ты слушаешь подборку, и там все из ТикТока. Блядь, в первую очередь популярную музыку не в ТикТоке дают. Так что все получится. Надеюсь, удачи, надеюсь, тебе, Елизавета. Данила. Спасибо большое. Ну, короче, да, а так, в принципе, рекомендации там работают. Я для себя много музыки сейчас нашел, очень, ну, вообще новый, который никогда не слушал из-за Яндекс.Музыки, я поработал. Даня, ты тем более формат за идеально подходит. Заданки равно вышла на степуху. Жди ежемесячный мяу-мяу. Во-во-во-во, жулик Дун Стил, спасибо большое. Мне интересно, кто будет помимо Мины и Люхи. Надеюсь, какие-нибудь хайповые чуваки, удачи на съемках. Надеюсь, в августе выйдет. Еще один человек, который стримит будет, и человек, с которым у меня уже выходил фит недавно. Вот. Пока что все. Я очень много людям писал. Вообще, вот вы сейчас будете писать, позови этого, позови того. Я много кому написал. Что-то много посливалось. Кто-то согласился, а потом не согласился, короче. Вот. И, короче, такая хуйня. Ну, я надеюсь, когда формат начнет набирать, вот когда я только выпущу, я... Дай бог, он хотя бы по миллиону просмотров начнет набирать. Не, конечно, не рассчитываю на 10. Но я бы хотел. И миллион — это было бы идеально, короче, средний просмотр. Вот. Хотя,
Кого мы обманываем, блядь, я думаю, меньше будет. Ну, посмотрим. Короче, да. Вот, когда наберет формат, я думаю, еще люди будут приходить. А, да, про Крида. Хуй знает, я бы, блядь, ну... Мне, конечно, он не особо нравится, но я еще, это еще не окончательное решение, я еще обдумываю насчет этого. Конечно, он не придет, но просто в теории, да, мы обсуждаем, где лопата. Там, где твой дед зарыт, блядь, понятно, нахуй. Спасибо за 500 рублей, Ника Руб. Где лопата? Спасибо большое. А кто ответственный за лопату, ребят? Договор подписан. Яндекс.Музыка очень крутые. Я пользуюсь сервисом уже больше 2 лет и довольно очень подборками попал. Я в Яндекс.Музыке слушала поток по хардстайлу, а потом он резко сменился какими-то грустными песнями. Я была очень возмущена. Бывает такое, да. Охуенно, кстати, подборка теряю дня. Теряю донатную действенность, твои рекомендации. Спасибо большое и хорошего стрима. Спасибо большое, Арина, за 3 евро. Дайте бог здоровья. ХЗ отвечал, забираем. Ты или нет? Спрошу еще раз. Видел ли, что у тебя в ВК какой-то ноунем тоже ДК? А трек называется «Бейба на охоте». Как меня заебала эта пока хуйня. Пока бежала к тебе на стрим, ебнулась ногой об угол стены. Сука, это все ты виноват. Пиу-п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 иу. Что, ебанулась? А если попала бы? Чучумбрик, ебанулся? Наконец-то и я подписала договор. Сегодня у меня день рождения. Спасибо, что подниму настроение. Днем рождения, Холли. Блять, да хватит мне перебивать, дайте я расскажу. Батёк, привет. Могу похвастаться. Здорово. Тем, что заебашила себе невъебический ужин. А у тебя как дела? Да вот сейчас рассказываю. Дела, в принципе, ну, нормализированы, ничего сказать не могу. А, это самое... Да, по поводу Крида. Естественно, он не придет, да? Ну, очевидно, блядь. Он придет тогда, когда у тебя будет, ну, там, 5 лямов просмотра. Очевидно. Ну, просто, я говорю, ну, в теории, можно было бы... То есть ради просмотров, почему бы нет? Вот я еще про Милохина то же самое говорил. Да похуй, бля. Типа, я же с ним не дружить собрался или какие-то коллабы серьезные делать. Это же формат, где я как продюсер пытаюсь усовершенствоваться, да? То есть ко мне приходит артист, я до того, как он приходит, я слушаю все его песни и понимаю, блядь, было бы охуенно, да? Залететь этому артисту вот в такой стиль. Ну, вы поняли, короче. То есть, мы не делаем, ну, то есть, допустим, приходит Тендерли, мы не делаем такую хуйню, где, типа, типичные песни Тендерли. Ну, вы понимаете, короче. Что-то новенькое постараюсь придумать. И какие-нибудь там Милохины, Хуёхины, я думаю, блядь, и просмотры, и мне, как практика, может быть, да. Ну, как бы, почему бы нет? Так что, я думаю, в этом плане, я думаю... Можно будет подумать. Ну, короче, вы понимаете. На Харбас ее. Да не, наверное, без рофлов будет. Ну, реально, типа, можно же сделать пиздатую песенку без рофлов. Вот на стриме, я буду практиковать позже на стриме формат этот же, где мы с Мазеловым, с Лидой писали, да, ну, вы видели. Вот. На стримах так и оставим рофельный, потому что так, там у меня, допустим, на съемках именно, которые будут... У меня есть там полдня, да, чтобы написать песню. И еще дохуя времени ее дописать, долизать до конца. Ну, вы понимаете, короче. А на стриме вот у тебя есть 3 часа, 4. И вот, ну, лучше рофл делать, чтобы не серьезно там, потому что лучше ничего не напишешь за эти 4 часа, очевидно. Вот, так что я думаю, ну, понятно все. Договор подписан. А ты будешь выпускать сингл от Лиль Даниэль? Да, я постараюсь. Когда вернусь с Москвы, постараюсь его доделать. Договор, ну, это нужно сделать, я не успеваю реально. Вадим не заметил, я бицеп прислал его 2. Спасибо, челу из чата за сапку в это. И ты не лох, ты крутой дядька, откуда щелк? Ладно, я не могу вспомнить мя. Ладно! 4 июля будет прослушивание 2-го тура. Надеюсь, буду учиться там. Это с Финис и Ферба. Дань, привет. 2-го тура, моя подружайка Полина, самая крутая девчонка, сдала зачет. Спасибо, и Берри, закончила первый курс. Поздравь ее, пожалуйста. Хорошего стрима. Поздравляю меньше, твою подружку, подружайку. Спасибо большое за привет, Данисима. Передай, привет, пожалуйста, Кате Затухе, что на лох. Люблю я собак, Морген, ты собака, я собака, 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 ты собака. Может, ты собака, блять. Так, Кэти Затухе. Затухе, ты лох. Передаю. Ника Рут, спасибо большое за 500. Ну, вообще-то я, но пользуюсь случаем. Свет пиздат. Спасибо большое. Договор подписан. Спасибо большое за 500 рублей. Свет, в смысле, вот этот, ну, который вокруг. Договор подписан.
Надо больше закупить. Будут ли в теории еще совместки с LRT S3 RL? Удачного стрима, ё-моё. Спасибо большое. Ну, с Серлом не уверен, потому что у нас как-то не сложились отношения. А с LRT неплохие отношения у нас. Я просто не знаю сейчас, понимаете, типа у них же там американская движуха намного серьезнее. И я думаю, вряд ли с человеком из России сейчас стоит фитовать им. Ну, понимаете, о чем я. Я думаю, не стоит эту судьбу за яйца дергать, пока ничего не пишу им. Вот, есть еще ребята из-за границы. Блядь, чё я себе микрофон уебал. Не русскоговорящие, с кем я, ну, написал бы песню, просто пока, ну, наверное, не стоит, я думаю. Почему с Серлом не сложил? Да не-не, у нас не было ничего такого натяжного, мы быстро написали песню, естественно. Ну, просто как-то не общались, пиздато. На денежку. Да, да, конечно, Соник, присаживайся, за вход заплатил. Кто недостоин, тыщи. Ты недостоин, тыщи. Осуждаю, блядь. Договор подписан. Ты же, получается, можешь потом делать стримы с гостями шоу и слушать на них готовые, доведенные до ума песни, которые вы ранее записывали. Да, ну зачем? Да мне кажется, не привет стоит. Всем постам. Счастья всем. Финансового благополучия. А главное, здоровье. Да ты шо, черничный куст. Влетел как барин. Спасибо большое за донат. Не, Ледчерт, я думаю, это лишнее. Договор подписан. Ну, в театральный вуз 4 июля будет прослушивание второго тура. Первый тур я уже прошла. А, вот что за тур. Я думаю, что за тур, блядь, нахуй. Все, понял. Не, удачи, удачи. Все получится. Так, ну, короче, вы поняли. Пока что вот такие дела обстоят. Вот сейчас я, получается, в Москву уезжаю. Завтра уже ночью. Потом приезжаю. Да, приветик, пистолетик. Пиу-п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 иу. Можно я у тебя на паутине повисеть буду? Все пули поймал. На паутине, у меня нет паутины. Ну, поищи. Где-то у меня паук живет уже год. Я его не вижу, ну, редко вижу, но где-то он здесь есть. Так что можешь поискать паутину. Это самое. Ты меня сбил, блядь. Ну, короче, вы поняли, по съемкам. Да. Ну, 4-го я в Москве до 8-го числа. 8-го числа я возвращаюсь обратно. У меня есть с 8-го до 13-го числа время дописать сингл. Хотя бы смонтировать пару выпусков, доделать их до конца шоу. И 13 числа я еду, короче, въезжаю в дом, который уже все, я заплатил за всю аренду, за всю хуйню, въезжаю в дом с ребятами писать альбом, ребята. Целый месяц до 13 августа. Но я буду стримить во время, это в Питере все будет, в городе. Буду оттуда стримить. Так что, блядь... Короче, да, бля, вот такие пока, ну, такая ситуация. Во время того, как я буду писать альбом, мне нужно выложить сингл Lil Zanilla. Потом я выпускаю, потом мы дописываем альбом, я сажусь его сводить, делать обложку, думаю, до осени, середины осени. Потом выходит альбом, мне нужно чуть-чуть хотя бы отдохнуть месяцок, блядь, я думаю, ну, может, полмесяца, блядь. И садиться за альбом Lil Zanilla. И потом писать второй альбом, который я хочу уже давно. Трагедия. Блядь, ну, пиздец, да? Сука, не деловой, пиздец. Да пиздец, я вообще с ума схожу, короче. Стрёмно очень, что я ничего не получится. Ё-моё, столько дел навалилось за неделю. Я, конечно, не карнавал, но поплакала бы тебе в жилеткачку. О, да это здорово. Акилиф, спасибо большое. Акилиф, fucking fly. Назови паука Чучумбрик, а у меня живет какой-то пчелик, непонятно. Я его как-то лайпи назвал, кусает. То ли Гоша, не поняла, откуда он появился, бля. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Все пули поймал, спасибо большое. Удачи, отец. Спасибо большое. Деловой чемодан, и не говорите. Да пиздец, бля, я в ахуе просто. Вообще, как жить-то? Ну, короче, а в теории должно все получиться вот как, типа, что шоу хорошо заходит, и альбом хорошо заходит, и у нас, ну, у меня появится рост серьезный. Лишаюсь, ну, а вдруг нет, то пиздец, буду думать, случай. Что дальше делать. Посмотрим. Спрашиваю, будет ли концерт в Волгограде? Я не знаю, и чуваки, ну откуда я знаю, брату, какие у меня будут концерты? Не знаю, я в следующем году только в тур поеду и буду его планировать только в конце этого лета, когда уже альбом допишу. Хайп. Ну да, да. Ну посмотрим, ребят. Пока ничего сказать не могу, надеюсь, получится в будущем. Можно тоже на ковере пожить с 23-24 июля. А вообще, есть ли какие-то дешевые хостелы в Питере? Вообще знакомых не имею. А я-то откуда знаю, блядь? Вот что касается дешевизны, я вообще тут... Не, на самом деле, реально не знаю. Мне зачем в хостелах жить? Ну, конечно, есть.
Я видел, там комнаты по 500 сдают в день, так что, блин, конечно, есть. Договор подписан. Подписал и договор. Не представляете, как это классно. Тебя уважают и любят. Это правда. Настоятельно рекомендую всем стать донатерами. Во-во-во, ребят. Слушайте, слушайте. Вам человек умный говорит. Давайте, знаете, с чего начнем стрим, ребят? У нас сегодня надо будет сделать ту штуку, которую мы уже делали. Сейчас. Мы сейчас будем рейдить Фума. Сейчас их группу будем разъебывать, блядь. Блядь, я не зареган в ВК. А, подожди, я с другого браузера, по идее, зареган сейчас. Го пишет. Ребят, да вы шо? Вы реально готовы? Вы реально готовы? Договор подписан. Ой, точно. А куда можно присесть? Ну, можешь на диванчик, можешь на ковер, можешь на... Ну, кресло уже почти все занято, спасибо большое. На шею мне садись, блядь. Как вы все садитесь мне на шею, блядь. Спасибо большое за донат. Опа, жопный баребу. Осуждаем. Ты писюн. А? Ты писюн. Я? 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 Кто сказал, ты писюн, тут лох. Ты писюн. Ты писюн. Ты писюн. Чел, ты! Ты писюн. А, понятно, блядь, жопный бан. Не зря 500 рублей потратил. Все, кто в чате, должны подписать договор меньше, чем 3. Во-во-во. Вообще советую, реально, ребят, донатерам стать, ну, здорово. Так, поехали, блядь. Поехали! Нападать, блядь. Или попозже, может быть. Или сейчас порейдите, либо попозже, ребят. А что, может быть, что-то вышло интересное? Ну, давайте попозже, хорошо. Хорошо, я с вами согласен. Но только с этим согласен. О, тогда еще один вопрос по делам. Получается, на мерч пока. Хуй забит. Блядь, еще и мерч делать. А то какое-то количество стримов назад ты говорил, что начали прорабатывать. Не, не начали ничего. Ну, точнее, у нас есть планы, но прям прорабатывать ничего не начали. Бля, еще и мерч хуярить. Ну, короче, пиздец, ребят, я не успеваю ничего. Ничего. ТикТок 89-го, давайте, давайте, сразу с козырей, что ли, зайдем? Не, реально, давайте попозже порейдим, когда уже будем на рофле жестком. Где эта соболина, блядь? Сейчас опять, наверное, я сволочь, я гнида, вот что-нибудь такое, да? Опять гадости про меня, блядь, писать. Будет. Ой, это постить. Ну давай посмотрим, что там за. Добрый день. Я хуй пойми кто, чье мнение никому не интересно. Я зависимый эксперт и известный пиздобол. Все, что я говорю, полнейшая хуйня. Иди нахуй, уебище ебаное, блядь. Прости, кажется, мы проиграли из-за меня, ничего. Я твой рот ебал, понял, сын хуйни, блядь. Кстати, ебан. Жиза, ну я, кстати, ну, переборол эту хуйню. Вот раньше, я помню, я часто горел, когда в дотку играли, в КС играли, знаете, вот такая хуйня. Сейчас я перерос этой хуйни, я не орал, ну, в диске год, наверное, точно, прикиньте. Вообще, у меня просто исчезла эта хуйня. Короче, не знаю. Хуль ты винты спрятался, уебище, блядь! Сука ебаная! Я приду, когда зацветет... Не, гореть-то все горят, я понимаю. Гореть, я тоже горю, типа, я тоже могу сгореть. Ну, блин, ну нахуя ты там туда пошел, да, там, умер, типа. Вот, ну прям орать, типа, вот как Вова это делает. Ну, вот раньше, я помню, раньше Вова в КС играл, пиздец, он орал просто. Я примерно так же, а сейчас у меня, ну, исчезла эта хуйня. Это правда, вот это правда, кстати, вот это, блядь, я поддерживаю. Давай, давай. Сегодня мы с вами будем играть в Among Us. Есть игра Among Us, но это не то. Сегодня вы будете Among, и вы будете играть в мой ass.
Ну, это самый лучший реально момент. Все подписываемся на Мазелова. Это лучшее, что у вас вообще... Ну, вот примерно такого уровня шутки, ребят. Все срочно подписываемся. Я помню, пенис большой. Я помню, пенис большой. Я помню, пенис большой. Ты чё? Смотри. Это жиза, да, блядь. Боже, какой же я... Ебаный нищий выблядок. Это кто, блядь? Опять сушка какая-нибудь? Я такой сам еб... Джифенки! Слышь, Джифенки, блядь! Забыл, как ширинка пахнет или чё, нахуй? Ты, охламон, блядь! Давай нахуй стирай всю эту хуйню, блядь! Все люди смотрят на меня и думают, он такой... Сын ебаный шлюх. Капец. Слышь, моя мама тебя просто уничтожит, ей такое в лицо скажи, нахуй. Думаешь, она, блядь, позволит тебе такой... Это ты сидишь у себя дома, воин клавиатурный, блядь, сидишь у себя дома, печатаешь, блядь, рыцарь мониторный, нахуй. А ты кто на улице, блядь, нахуй? Ай! Ты выйди на улицу, таким как я, скажи это в лицо, нахуй. Мы тебя разнесем в два щелка, ёпта. Ты нахуй. Кого нахуй утопил ты? Ты нелюдь, ёбаный. Ты сори нахуй, не базарь. Короче, пизда ему. Я думал, он непроницаемый. Да. Вот это вот говно ебаное на экране больше никогда в жизни у меня в руках не будет находиться. А? А? Ля. Ну это типично, переобувчик. Сказка, ёбай. Переобушкин, переобушкин. Переобутишкин. Понял, понял, здорово, здорово, здорово. Ха-ха, не, мем замечательный, конечно, ничего сказать не могу, бля, просто, ну, просто болит живот, конечно. А он чё, с 89-го или чё? Ну это правда. Еба, осуждаю гадости. На сиську, сюда. А, здорово, здорово. Не, мем потрясающий. Здорово, здорово. Ну, вообще, блядь. Ну, уморительно. Это правда. Здорово. Ой! Во-во-во, бах! Реально так и было. Вот они, короче, сидели, эти все стримеры, лохи, в семнашке сидели, короче. Мы с пацанами на геликах приезжаем, короче. Я такой захожу. Они сразу поджали, стаканы пороняли. Я говорю, кто нахуй? Я нахуй. Что-нибудь такое, короче. Вот, мы с пацанами, короче, на машинах прибыло-было-было, да, вот пишут. Приезжаем, я говорю, слышь, нахуй, давай, выстраивайся, сейчас по очереди наказывать вас буду. Короче, жестко там их осадил, короче, пиздец. Кстати, да, это правда. Вот про накрутку правда, ребят, подтверждаю, я сам видел. Ты зачем на лысо побрился, Ты так страшный был! Осуждаю это слово. Лысый стал, на тебя вообще смотреть невозможно! У тебя сдохла мать, мне некого больше ебать, но мне ну, это правда. Ни капли не жаль. Давай, давай. Что, потеряно, блядь, совсем? Блядь, у вас 8 лет, блядь. Ну это реально пиздато, а чё? А, вот это здорово. Ну я это поддерживаю, ребят. Ребёнок спит, блядь! Да всё, я понял тебя. Я больше не буду. Какого хуя? Ты чё? Ты навечно моя девочка, но Илья. Прошу войди в меня, прошу войди в меня. Почему это басня, я уже без белья. Прошу войди в меня, я прошу войди в меня. Танцующего мальчика в чат срочно. Чё, ебанули? Любой уважающий себя мужчина, когда слышит эту песню, ребят. Прошу войди в меня. О, сейчас. Я больше не буду. Какого хуя? Какого хуя? Во-во. Ты навечно моя девочка, но Илья. Прошу войди в меня, прошу войди в меня. Бля, хочу, короче, когда альбом сделаю, хочу сниппет. Не сниппета, а знаете...
Как вам объяснить? Ну вот это, когда альбом выкладываешь, аудио, знаете, типа, где, ну вот, фулл альбом. Я хочу одеться так же, как этот мальчик, короче, вот так же танцевать, короче. Вообще, по-моему, разъёб будет. С такими же очками вот так вот танцевать. И просто, ну вот, просто, короче, зацикленная хуйня, знаете, и так это самое. И там альбом проигрывается. По-моему, гениально. Какого Африка, бля? Я неделю в яму, бля! Это правда. Опа, казарик. Бля, кстати, реально момент мега смешной. Мне, по-моему, клип кидали, разъем. Я обожаю, блядь. Я парик без мозглых маслят, потому что все они лишь хотят быть как я. Вот понимаешь, ты никак, но и не станешь. А, это кто такие? Нет, ты нихуя не понимаешь. I need to cry, but I can't get anything out of my eyes. Осуждаем. Бля, что? Что вообще? Что за мемы, блядь? Это правда. Мне показалось, блядь. Some people are white guys in 19... А я-то тут при чем, бля? Мне вообще на этого кота насрать, блядь, с колокольни. Да я его съел, блядь. Я его просто съел, блядь. Если здесь кто-нибудь есть... Блядь, опять этот мем. Yes? Yes? No. Hello. Я килька? Yeah. Короче, сегодня мне в руки попал клип, как будут выглядеть стримы через год. Что будет в тренде, что будет модно. Сейчас мы этот клип посмотрим. Очень советую всем стримерам прислушаться. Мы сидели дома с моим другом Ромой. Пили виски с колой, запивая ромом. Я уже был голый, он разделся скромно. Достал свой огромный, но он мне не лезет в горло. Гей, порно, гей, порно. Вы ничего не... Спасибо, Будзны. Не слышали, вы ничего не слышали. Повторяю, вы ничего не слышали. Фоткаю у ебанов. Раз, два, три. Бля, обожаю козочек, пиздец. Вы видели хоть раз, почему козочек не делают домашним животным? Почему мы их едим, блядь? Вы видели хоть раз козочек, нахуй? А? Балбесины! Бля, сейчас, секунду, донат пройдет, я вам покажу козочек, нахуй. А? Обалдеть, я в топ-донате. Мечтала, спасибо, потрясающее чувство. Спасибо большое за донат. Блядь, не пропустил кто. Обалдеть. А, во-во, Берин, спасибо большое. Ну ты реально барин, ничего сказать не могу. Вот, смотрите. Сборник забавных и милых козлят. Это про вас, ребят. Ха-ха! Смотрите, какие они смешные. Я в ахуе, блядь. Вы посмотрите, особенно детеныши их, это же пиздец, блядь. Вы посмотрите, какие они смешные, а в ахуе, блядь. Ты сори, блядь. Бля, ну это же просто разъеб. Он еще бодается, да, смешно. Ну посмотрите на этого, вот этого... Блядь, чуть тебе осужденку не сказал. Малыша вот этого, это же просто разъеб. Им, кстати, еще маленькие, когда им постоянно хочется куда-то залезть, короче, вот прям, ну вот, хулиганы такие, пиздец. Вы посмотрите, какие они смешные, это пиздец. Разъеб. Ля, у них морды пиздец милые, вы посмотрите, просто милота. Вот как можно их хавать, я в ахуе, блядь. Или их не хавают. Ну, короче, вы поняли. Доить их, блядь. Бля, я сердечник, вы издеваетесь надо мной, что ли, блядь? Пару-пару-ти, пару-пару-ти, папа.
Я тут, блядь, при чем на... Блядь, сука, не подборка тиктоков, а издевательства какие-то. Блять, еще раз нахуй, вы скинете сюда какую-то хуйню, блять, не смешную, с каким-то типом, блять, с черными волосами, я вас кикну нахуй. А. Я трясу задом и задом. Я хочу быть той сукой, кого хочет весь мир. Быть той сукой, кто имеет весь жир. Быть той сукой, здорово, что здорово. Захватит весь жир. Быть той сукой, с кого в шоке кассир. Я есть та сука, кто имеет все мои. Я та сука, которая срет деньгами. Песня мега хуета, конечно. Ехал я домой с работы в Мерседесе 600-м. Тачку взял на выходные, прикупил штаны блатные. За окошком город Гамбург, чисто 40 я по плану перемотал. Справа едет черный бумер, я от смеха чуть не умер. Бля, вы чё, пьё, моё детство. Потому что все они лишь хотят быть как я. Понимаешь, ты никак, но и не станешь. Да мне насрать на этого кота! Что? Кто это такие, блядь? Здорово, здорово, не зря посмотрел. Почему я должен петь о том, что я люблю большой член? Что это за хуйня, блядь? Почему я должен петь про большой член? Что это за хебень? Я помню. Бля, я так разъебывался, когда на сцену вышел у Лиды, пиздец. Он ходит вот так, короче. Бля, как вам показать-то? Он вот так выходит, короче, на сцену такой. И вот, знаете, он просто ходил, но стеснялся человек. Он первый раз на большую сцену вышел. И он ходит такой, и второй рукой, как, бля, как, бля, ну не знаю, Басков, хуй знает, Стас Михайлов такой. Я помню пенис большой. Я ебать ржал, просто стоял. Просто так. Я помню пенис большой. Я помню. Я не могу, бля. Мы так дохли с этой хуйни. Не, пиздец, рофл был. Ну, видите, рука, рука. Когда я... Это вообще-то мой мем, блядь. Это я, когда... когда... Это я... не, это когда я... Как, это я... это когда... Это я, когда... когда... Это я... Это как... Это я, когда... когда... Кто-то очень долго и упорно набирает аудиторию. Это кто? А кто это? Some people are white guys in 1985. Ну это неправда. Залетая на вид, Леди Пэл такой лама, ты настолько бизарный, что я не понял, как помер. Ребят, всем привет, и я вам хочу сообщить, что я понимаю, что уже почти две недели нету Мишфа и не будет уже две недели. А Кулич? А, я не шарю просто, реально. То есть, приятного слушания этого трека. Пошел. Вот это он застелил в конце, я в ахуе, конечно. Ну, такой мальчик одаренный, ничего сказать не могу. Молодец, здорово, здорово. А подборка хуйня, Соболина. Блять, Соболина, сколько раз учить? Про меня только надо, блять. Вот этих всех отсекай, нахуй. Все равно просмотров не будет. Вот про меня что-то типа... Все остальные, Даня Каш, ну, что-нибудь такое прям про меня. Ну, что я пиздатый, что я охуенный. Блять, опять вставили, что я как сын шлюхи, блять. Сука, зараза, я вас, ну... Я реально, Соболина, забыла, как ширинка пахнет или чё, нахуй. Я в ахуе, блин. Ну, понятно, буду знать. Договор подписан. Опа, привет, балбес. Дань пришла. Поздравь. Минус моя донатная действенность. Поздравляю, Евочка.
Забираем, забираем. Откладываем. Когда фильм «Он вам не Тимур». Поздравь с днем рождения Данила Замаскина, пожалуйста. Данила Замаскина, поздравляю с днем рождения. Аннулируй все донатные договоры. Все свободны. Да-да-да-да-да-да-да! Ты шалтай-болтай, блядь. Я нормальный поц. Передай привет Bad Drip Family. Bad Drip Family, привет большущий. Спасибо большое за донат. Договор подписан. Либо трек выпустил больше, чем 3, послушаем. Можно. Черному Славе привет передай, пожалуйста. Извините, да, Черному Славе привет. Извините, контракт просрочен. Продлеваю. Бля, меня развели, по-моему. 10 евро, нихуя! Ребят, меня из-за границы смотрят, видите? Всю свою жизнь донатил другим стримерам, потому что меня заставляли. Какие-то там братишкины, мазиловы. Но вам доначу от всего сердца. Бля, Гошан. Подписан. От души, Джарахов, брат. Ну реально приятно слышать такие слова. Всегда Гошан, в ахуе. Оставайся. Договор всегда в моменте, всегда в ахуе. Привет, Жеремин, передай привет Даше Савиной. Кстати, ты сам ебенка мяу. Спасибо, Саня, спасибо, видео, спасибо большое, Даша Савинова, передаю привет, Савиной, Савиной, договор Даша Савиной. Подписан. Мама дала косарь за аттестат без крови. Короче, Коза, а я видел его. Слил, с аттестатом поздравь. Мама дала косарь за аттестат без троек, а тебе все сливаю. Вот это я уважаю, Юля Хуюля, Юля Хуюль. Да, поздравляю тебя с аттестатом хорошим, респект. Респект. Все к ДК пишут. О, ребят. Здравствуй, отец. Я что-то здорово, пропустила. Кейт. Здорово, Катюха. Договор, да нормально подписан. Все. Пока только начали. Я считаю, Данила Кашин самая лучшая женщина в мире. 0-0. Это правда. Спасибо большое, ребят. Ладно, давайте что-то еще посмотрим. Вы мне вот... подскажи. Что-то вот прям хочется гадость какую-нибудь, блядь. Или хуй забьем, давайте пиздеть без остановки. Вообще, а какой-то хуй. Квайпер новый. Реально охуенный. Прям такие спокойные свойски. Опа, скипнул донат случайно. Давай его переиграем сейчас. Договор подписан. Не могу представить, как можно хотеть донатить другим, когда есть Даня. Тоже, я вообще, что бля. Что дала донатную действенность другим. Плачу. Спасибо большое, любимый училка. Я тоже в ахуе, что кто-то еще, ну, не мне донатит. Пиздец, да? Да ладно, просто бывает, люди ошибаются по жизни. Может быть, опомнится, все нормально будет. Так, слушаем. А, да, про скор говорил, да. Да, короче, познакомились на концерте, там вот эти все хайпер-попперы, вот эти ребята, у которых там миллионы стримов, ну, миллионы слушателей в месяц Spotify, тогда он еще работал. Вот, мне сказали, что придут они. Они, конечно, все пришли такие, как эмо, короче, все такие разукрашенные, хуй поймешьные. Ну, вообще, чуваки очень добрые, приятно с ними общаться, в ахуе. Я думал, все охуевшие какие-то малолетки, не, пиздатые ребята вообще. Ну, с ними приятно было общаться. Сейчас опять, да, хайпер-поп будет такой. Да, сейчас. А, нормально. Что я, бля, я... У вас тоже такая хуйня, аж голос, ну, плохо слышно. Здесь заебись, здесь прикольно, стилен, но только тихий какой-то. Здесь вокодра подключается, еще сильнее голос утопился, хуже слышно. Ну, припев слабее, чем куплет, дроп охуевший. Ты
Что? Бля, ни слова не понимаю вообще. Ну ладно. Мне нравится аранжировка, очень прикольно. Вот эта бочка, она так с басом подобрана, прям как будто, ну, не простой дон, короче, а видно, подтягивали, как будто сердце стучит, заметили? Прям прикольно. Прикольно сделано, это хорошо. Ну, припев реально слабее, чем куплеты. Куплет прям, ну, прикольный. О, что-то прикольное. Да это пиздатый момент, вообще бешеный. Ну, что могу сказать? Ну, нормальная работа, прикольная. Ну, мне кажется, припев немножко слабоват по отношению к куплетам. Здесь прям влет такой хорошенький. Здесь прям... И здесь и мелодия такая приятная, голос классно звучит, все, прям ты ждешь что-то еще интереснее, интереснее. А потом идет вот такой, ну, припев. Ну, не знаю, ребят, ну, как бы, в любом случае, музыка не моя, но вот мне кажется, с припевом слабовато было. Куплеты хорошие, вот, ну, вот у второго, Скворжа, да? Я странно вообще, нихуя не понял. Если бы они весь куплет Скворы сделали бы как вот здесь, вот такой, то есть она бы шла так же, вот был бы охуенно, реально, потому что здесь обработка приятная. Ну мне, это уж естественно все мои правочки, а так нормально. Буду знать. Договор подписан. С кем? Я тоже от чистого сердца доначу, эй. Я тоже от чистого сердца отвечаю, спасибо большое, я Лиза Чешо, дайте бог здоровья. Теряю с тобой донатную девственность, всех ДК, мазел и фло. Спасибо большое, Жечка по фамилии Дырова. Спасибо большое. Не знаю, кто комодел. Даня, толстенький миленький котик. Бля, докатились, уже толстенький называют. Я постараюсь бросить лето. Кашин, позвольте присесть на третью коленочку. На шею не сяду, буду мешать работать. На складку, да? Я твою маму уважаю. О, Заринка, вот это хорошо, спасибо большое. Про мать ничего нельзя говорить, даже хорошее. Аура у тебя такая, сразу рука к донату тянется, приворот, видимо, сделал на деньги. Спасибо большое, Нексус, спасибо. Привет, поздравь Анастасию Писаревскую с днем рождения. Анастасию Писаревскую с днем рождения, поздравляю от всего сердца, спасибо большое за донат. Пришлось поменять ник, ведь ты не можешь выговорить 5 букв. Илонка, спасибо большое за 100 рублей. Вот это хорошо идет. Опа, ебать. Бля, обожаю клэпы, говорю. Догинуть, что ли? Чтобы красиво было. Спасибо большое, Ника Рут. Вот это красиво, ничего сказать не могу. Вот это чистая красота, просто не насмотришься. Ребят. Бля, за гэриджем будущее, отвечаю, просто самая недооцененная музыка на свете, блядь. Вы просто послушайте, как она охуенно звучит. Данечка, я забыла, как пахнет ширинка. Спасибо большое, Эмли Рок. Напомню, спасибо большое. Слава КПСС и пирокинезис. Давайте. Мне, короче, вот сразу говорю, творчество пирокинезиса не нравится. Точнее, я ее не слушаю. Но оценить, в принципе, постараюсь. Вот. Но я такой вообще не слушаю. Обложка разъебища.
такая вечуха. Я хочу с собой сделать Роскомнадзор. Я устал скрывать от всех, я Роскомнадзор. Беру пушку и дышка Роскомнадзор. Будь норм, но я в субботу на Роскомнадзор. Натирает над страной, вечность пахнет пустотой и врачебной чистотой палаты. Я хочу сделать с тобой то, что сделали со мной. Запрещенный человек, жертвы сами виноваты. Мама, я подсел на Роскомнадзор. Как сказать, что со мной я? Мне менты сломали носы. Перед ним, как пред небесным от... Чё менты сломали? Сломали носы. Носы? Перед ним, как пред небесным отцом. Ванной своей кровью пол ты опять заляпал. Если б не Роскомнадзор, я бы кончился, мать. Добрый дядя в пиджаке, запрети мне умирать. Роскомнадзор, запрети мне умирать. Запрети мне умирать. Запрети, запрети. Роскомнадзор, запрети мне умирать. Запрети мне умирать. Бля, вообще такая прям, как будто бы это, знаете, что напоминает? Был такой исполнитель, не знаю, сейчас есть, нет, эхо прокуренных подъездов. У него примерно такая же хуйня. Не умирать, запрети! На ута киского гуля, взгляд откровенней, чем сталь клинка. Непрерывный Роскомнадзор для меня. Любе пошло. Да, Егор Летов, да, больше. Да. Классно. Ебать. Бля, под нее какой-нибудь клип такой пиздатый хочешь снять. В серых тонах, что-нибудь, да, такое прям. Какими-нибудь унылыми, тухлыми вечеринками, где там люди с ума сходят, что-нибудь такое. По небесах раскат огром, бомбы в Роскомнадзор. С неба смотрит Божий Сын, виновата. Лисит краска на забор, в ибоке Роскомнадзор. Ты когда-то станет сахарной вата. Во дворе раскоп и снор, достает Роскомнадзор. Школьник в изоленте роет лопат. Да. Профильный рожок автомата. Я Роскомнадзор, книги, чтоб заморать. Руки поднес напротив, а законно умирать. Я острый Роскомнадзор, по моей киске скользит. Но умереть не получится, Кэн, запрети. Не смотри мне в глаза, там Роскомнадзор. Время римляне за Роскомнадзор. Не, заебись, заебись, чуваки. Мне это больше понравилось. Ай. Ай, блядь, на нажал, куда я жмал, блядь? У Вали карнавал, клип, ща пойдем. О, Валечка, я посмотрел. Понятно, без даты. А, еще что-то есть. Пиздата, пиздата. Чем-то старым веет. Что-то такое прям. Вот я говорю, эхо прокуренных подъездов раньше такой тип был. Очень похоже. Ща. Эхо. Прокуренных. Он слитно еще писался вроде или нет, блядь. Только не помню, какая песня очень напоминает. Сегодня дурной день. Во. Ну, я такой не слушал, но осведомлен. Гаха.
грохот населенных посудин так невероятно красив. Голуби, летя вниз, танцуют последнее танго в России. Как сильный профиль. Ну вы поняли, короче, примерно то же самое. Пиздато. Но мне это больше понравилось, чем прошлое. Так. Договор Дань, собираемся. А передай ПЖ привет Дианочке и Лизочке. А вот передам Дианочке и Лизочке, передаю привет, спасибо большое. Договор за донатик. Подписан. Можно присесть к тебе на колени? Кстати, ты лишил меня донатной девственности. Благодарю, забираю. Спасибо большое, договор Рина. Присаживайся. Оп, доброго времени суток. Оп, здорово. Поздравь моего деда Диму с днем рождения. Подскажи, какую электронку да, ему можно подарить? Твою твоего деда Диму поздравляю с днем рождения. Никакую не дари, пусть не курит, не пьет, спортом занимается. Осуждаем. Спасибо большое, Аня. Даня, привет. Привет. Просила посмотреть на прошлом стриме. Забыл. Глянь, там, пожалуйста. Там дрочь какая-то. Ну да. Мемы с Даней Кашиной. Вот зачем? Просто, блядь, мемы со мной нахуя смотреть, блядь. Договор подписан. Спасибо большое, Кейт. Правильное питание, ну, говорила. Ладно, бахну свой любимый ликер за твою удачу. О. Сможешь чокнуться. Ну я уже чокнулся давно, но давай, давай. Фумошечкой. Гони времени, посмотрим, посмотрим. Я еще, наверное, минут 40, ребят, буду стримить, наверное, закончу. Ну ладно, давайте быстренько оценим, что там. Люблю поспать и побухать. Еще и старые и мемы. Поэтому я еле-еле проснулся 4 часа и приехал. Да как я ужасно раньше разговаривал. Сейчас я себя поносить буду, бля, держитесь. Знаете, как придурок разговариваю, просто кошмар. Люблю поспать и побухать. И поэтому я еле-еле проснулся 4 часа и приехал. Здорово. Блядь! Это правда. Сыр в начале или котлета, блядь? Да, у нас... Как... Додик выглядит. Я просто забыл, можно... Это лук. Просто кошмар, блядь. И все. Ну, как, по каким... Бля, как меня вообще смотрели? Вы посмотрите на этого человека. Разве не скажешь, что он популярный блогер? Чё? Посмотрите, бля. Это же просто Ваня, нахуй, со двора. Допустим, сыр, потом котлет, потом... Инфантильный какой-то. Возможно, это неправильно будет, и мы поменяем. Короче, давайте отложим это на следующее собрание. Ну, дурень просто. Рано или поздно определимся, лук в начале или... О, блядь, рефрак так и не собрал. Бля, так охуенно был на нем гонять. Пиздец. Роскошь. Это же знаете, откуда песня? Раньше, короче, была популярная игра. Сейчас досмотрим, я вам покажу. Lada Racing Club, ща. И там просто охуевшая песня. Братан, я не знаю, я бы хотел провести с тобой вечность. Только ты и я. Да, ну проведи и там с Аминой. А если я хочу с тобой? Ой, бля, конфликт века. Да кошмар, я не могу на себя... Ну вот, вы мне скидываете, блядь, где я вообще просто такой дурачок? Ты такая красотка и выглядишь так великолепно. Спасибо большое. Что это почти противозаконно и неприлично. Опа. Тебя нужно арестовать и наказать. Так ты шо, спасибо жопной Бареву. Передай моей подруге Тане Солоповой привет. Да, Тане Солоповой передаю большущий привет, спасибо большое за донат. Да, Lada Racing Club, ребят, вы чё угораете? Lada Racing Club музыка. Там такие охуевшие песни были, пиздец. Учитесь по Москве на своей зарядке. Вот дети не поймут, согласен, согласен. Оставайтесь на нашей волне и дешевого вам бензина. Это, короче, типа Need for Speed, только с нашими российскими машинами. Ну, игра мега говнища, если вам интересно. Игра просто мега хуета. Но подборка саундтреков настолько тут восхитительная. Мы с чуваками в этот самый, ну, когда в школе были, мы на телефон все качали, слушали. Да просто охуенно. Здесь такие стили прикольные. Ну, в основном рэпчик, конечно, там касты всякие. Сейчас. Вот! Вы вообще разъеб! Мы продолжаем, оу, не замедляя ход. Мы продолжаем, оу, не замедляя. Сейчас посмотрим клип «Карнавал». Мы продолжаем, оу, раз, два, три, ready, go. Ночь, кто-то уже спит, а кому-то блядь, не спит. Блядь, же просто гениально, послушайте. Уже сели в колеснице,
мелькают спицы. Это вообще год 2001, по-моему. Вы послушайте, какой стиль вообще. Гонки за победу по дорогам столицы. Это мега охуевший. Но за ними еще одно, а телега мчится. Серо-голубые тона и надпись милиция. Строгие лица начинают злиться и дают понять, что с ними не договориться. Дорога вдоль гонит, рация в ладонях, башок беззаконным часом. И пошла! По стопутам пони началась погоня. Бля, гениально просто. Вот кто сейчас такую музыку делает? Это же просто охуительно. Че, мелодия? Где она? Ха-ха, сука, разъеб. И тут всякие драм-н-бейс, всякие, ну, в основном лондонская музыка. Где-то еще, блядь, музыка. Вот рэпчик тут не особо. Вот. Пиздец, да? Просто пиздец, блядь. Пиздец, блядь. Я говорю, я когда это первый раз услышу, у меня вообще, ну я такой, ебать. У нас в России такое делает, охуеть. Так, договор, ну клип Валечки смотрим. Бро, послушаешь ли ты Руслана Колумбидия? Я слушал, мне не особо. Договор подписан. Там совсем уже хайпер. Привет, да. Как перерасти стай битов в что-то большее? Привет, Дань, как... О, сейчас скажу. У Дань два вопроса. Посмотрим. Насколько серьезен был клип «Нущеты» и актуально ли еще «Сладди Дэмер» нахуй для виндовса? Спасибо большое. Насколько серьезен был клип «Нущеты»? Да не, это по рофлу сделалось, просто он настолько жесткий оказался в итоге, блядь, что люди такие, ебать, чел, как ты такое снял? Ну, реально, просто для рофла делали. Кто получил донат, тот лох. А я еще не получил. Спасибо большое, Лёлик. Да, вот Веня спрашивает, говорит, привет, Дань, как перерасти из тайп битов в что-то большое? Не знаю, практикуйся, работай над собой. Если ты умеешь биты писать, это уже, ну, 30% дела, я считаю. Вот. Поучиться, послушать что-то другое, кроме рэпа там. Попробовать поделать. Он, как Авичи говорил, просто копируешь. Вот. Когда много раз пародируешь чужой стиль, появляется свой. Просто не выставляя свой чужой стиль, ну, когда ты чужой стиль воруешь, не выставляй это в интернет, вот, потому что хейт отхватишь. А так? Маму, вот это же ее тоже песня. О боже, мама, я схожу с ума. Чего у нее все с мамой связано? Я думаю, Милохин должен про маму петь. Бля, какая метафора здесь красивая на медведе. Типа, поняли, она не медведя ищет на самом деле. Но это выглядит скорее жутко. Вот эта сцена, это выглядит скорее жутко, чем мило, если честно. Ну реально. Вот если какую-нибудь музыку здесь подставить, знаешь, какую-нибудь там. Вот сразу, да? Валя, не переживай, ты бы ко мне обратился, я бы тебе нашел этого медведя. О, опять. Закладом поехал. Влез закладом, понял, здорово. Эти медведи, как с хоррора, блядь. Вам не кажется? Они выглядят жутко, блядь. Они мил. Они выглядят, блядь, жутко. Да посмотри, просто, блядь, я... Блядь, вот просыпаешься над тобой вот это, твои действия, нахуй, реально. В натуре клад нашла, уже медведи полетели. Просто медведи выглядят жутко. Я не шучу, я сейчас не, ну, не рофлю, типа, они реально жутко выглядят. Вы бы хотя бы им очки надели для комичности, но что-то такое, знаете, типа как-то разгрузили бы вот этот костюм, потому что это жестко. Сейчас хоррор будет. Вот я же говорю, блядь. Бля, он реально жутко выглядит. А, я думал, он сейчас такой нож достает, знаете, типа она бежит от него.
А, на Шрека пересняла, я понял. Бля, ну, короче. Клип, короче, красиво снят, песня для застолья, чисто с дедом сидеть. Вот. Я люблю его, он моя родная. Поехали! Обнимая, я чувствую пламя. Наливай еще! Он сжигает меня. Отдыхаем, хватаем свадьбу. Немало опа! Его, ой, мама. Опа, опа. Бля, реально, песня для застолья, клип вообще нихуя не трогает. Ну, меня не тронуло вообще, если честно. Ну вот, мое мнение. Метафоры слабые даже в песне. Вот это «Ой, мама» меня доебало уже, блядь. Просто заберите у русских поп-исполнителей слово «мама», блядь. Вино, мама, любовь. Они нихуя больше не напишут, реально. Вот, Валя, как всегда, невообразимо красивая в клипе. Это без иронии. Прекрасно выглядит. А остальное, ну хуй знает, блядь. Ну, она ищет кого-то, какого-то медведя. Они воссоединяются в конце, блядь. Здорово. Вот для примера показываю. Авичи. Как же это? Wake me up, по-моему. Нет. Waiting for love. Во. Waiting for love. Вот здесь вот, это когда я первый раз клип это смотрел, я разрыдался. Мега охуевшая история. Показываю. Для примера. Well, there's a will, there's a way, kinda beautiful. And every night has a state so magical. Бля, уже мурашки пошли, вам не знаю, видно? Мурашки страшные пошли. Вот у меня даже вот насколько отложилось этот клип. Все, бабушка от деда уходит, он понимает, что он один, что она, ее нету, да? И он отправляется за ней, блядь. Просто охуенная история, мега охуевшая. И музыка, бля. Бля, сука, сейчас расплачусь. Мега охуевшая работа. А у Вали, ну, пойдет, наверное, малолетки схавать. Привет, здорово, здорово. Даня, ты смотрел короткометражку у Брайана «Последние кнопки»? Да, очень если давно. Да, как тебе? Как вообще к его творчеству всегда относишься? Говорил, что хорошо, не знаю, что вы меня переспрашиваете стабильно, раз в месяц. Всегда говорю, ой, хорошо, я отлично. Я люблю Данечку Кашина, он моя рана. О, буду знать, спасибо большое, я Лиза Чешо. Буду знать, спасибо большое. Душистые гробы из свежего кедра. Мне уже третий раз снится, что ты какую-то ебейшую песню выпускаешь, а на утро ничего не помню. Мне как-то тоже, помню, приснилась какая-то песня, что я написал песню мега охуевшую. И я помню, я вскочил, а я обычно не люблю вскакивать с кровати, обычно лежу очень долго, пытаюсь от этого избавиться. Я прям вскочил, попытался ее написать и забыл, короче, очень грустно было. Не знаю, может, мне тогда казалось во сне, что на пизда ты на самом деле пердешь, но было прям точно песня, я прям помню ее мотив, какой-то припев был интересный, я такой, ебать, сейчас нахуй, как Менделеев, ага, бля, все забыл, как только встал с кровати. Я говорю, возможно, у меня просто в голове это было, типа, вот прикольная картина, а на самом деле, ну, если бы я реально все запомнил и воплотил ее в жизнь, говно получилось, наверное, так это работает. Рейдим Фума, давайте, давайте, да. Ой, ребят, вы точно хотите? Ха-ха-ха, бля. Давай-ка нахуй, блядь. Ребят, максимальная просьба. Все жестко подписываемся. Сейчас будем гадости делать. Так, поехали. Я вам сейчас сру, короче, в чатик ссылкой. Давайте подпишемся все. Сколько нас смотрит? 3000 человек. Давайте хотя бы полторуху нахуй навалим. Я вам ссылку отправляю. Скоряемся. Блять. Ну, короче, вы поняли. Все, в чате кроме меня вообще никого не осталось. Я всех перебил. Фу, спам. Спамеры. ВВВ. Давайте, блять, подписываемся нахуй. Наебашьте им, реально. Ну вот, блять. Все подписывайте. То смотрите, вся группа во мне. Вообще вся. Вот не считая вот эту дурачка, но я не знаю, кто это. Прекрасная, реально. А, спасибо. Ну не такая прекрасная, как Фумо, блядь, потрясай. Вот это хорош. Я тебе говорю, ты прекрасная, реально. А, спасибо. Ну не такая прекрасная, как Фумо, блядь, потрясающий вейп, отличный, шикарный. Парю его каждый день, всем советую. Вот просто увидел случайно в магазине и теперь...
Я тоже, ребят, случайно. Да, Саль, я Мазелову показал Фуму. Я вам серьезно говорю, я Мазелову показал. Теперь каждый раз, да. Вот мы с Ксюхой только Фумо парим. Это вот шикарнейшая штука. Я тебе говорю. Хорош. О, ляньте, ляньте. Давайте подписывайтесь, блядь. Бля, у меня муха огромная летает. Вы видите ее? Нет, не видите. Ты, зараза, иди отсюда, блядь. Уходи. Давайте, давайте, подписываемся, блядь. Ребят, если тут не будет 2000 человек, минимум, больше никогда стримов не будет в жизни. Реально вам говорю. Модры, можете проспамить еще раз ссылкой, пожалуйста? И посты не забывайте, кто... Да, блядь, ты издеваешься? Нахуй это в ВК вылезает? Ты, ну, в своем уме. Ладно, хоть это самое. И посты не забудьте пролайкать обязательно. Ляньте. Не, мемы заеб. Заеб. Бля, как же мне нравится этот арт, я не могу. Мне очень нравится, пиздец. Пиздец, круто. Бля, самое смешное, что это самое, что меня начали изображать вместе с Фумошкой. Это пиздец, это же двойная реклама чувакам, просто охуеть. Давайте подписывайтесь, бля, я говорю, больше никогда стримов не будет, если не подпишетесь. Давайте, давайте, бля, как мы слабо рейдим, просто кошмар. Мне очень лень, ну зайди, подпишись, ты нахуй. Бля, сейчас стойку починю. Во, все. Все. Да подписалась я, спасибо большое. Вы что думаете, как я потом зарабатывать буду? Я в ахуе, блядь. Я стримы только ради денег подрубаю. А если у меня не будет рекламы на стримах, то смысл мне подрубать, правильно же? Ну, логично. В Украине ВК не работает. Ну, кто сможет, естественно, я понимаю. Ну, блядь, с горе пополам идем. Давайте хотя бы на 2К, ну пиздец. Стримов не будет, ура, зараза, блядь. Хорошо, ребят, я не хотел смотреть ни времени сегодня, но если сейчас вы подпишетесь все, то есть пойдем смотреть ни времени. Надо будет так вам это самое, манипулировать. Мне 7, можно Фума? Нет. Нечестно, честно, честно. Ребят, я вам, вы мне, правильно же? По-моему, все очень честно, я считаю. Давайте, 2500 подписчиков, мы идем смотреть не в Риме, реально. Ну, что-то слабо, я... Видимо, сегодня не в Риме не будем смотреть. Ну, понятно, ну, понятно. Буду знать. Тебе же уходить надо. Да, блядь, надо. Какие 2500? Ну вот так, блядь. Вон вам спамит ссылка в чат. Ну зайдите, подпишитесь. Ой, блядь. Боюсь новый комментарий открывать. Сидит, манипулирует. Да я не манипулирую. Ребят, я вам предлагаю выгодную сделку. Я вам делаю предложение, от которого вы не можете отказаться. Ну, жмется, жмется. По идее, да, нормально, идем. А ты подписался? Бля, почему я не подписался? Ребят, прошу прощения. Что-то, блядь, бес попутал. Манипулятор. Я не манипулятор, я говорю, вам делаю предложение, от которого просто отказаться не можете. Вот и все. Опа, во-о-о-о-о! А говорит, не можем, блядь, ты посмотри, работает нахуй. Идет процесс, так скажем. Я реально не шучу, еще 500 человек должны подписаться, ребят. Есть 2000, нахуй, сюда. Все, я получу бабки. Еще, блядь, 500 человек. Вон вам Настя Мисс кидает это самое. Ссылки в чатик.
Фотолупа? Нет, сегодня фотолупы не будем смотреть. Вообще бы надо желательно модера поставить какого-то на фотолупы и на это самое... Ну, вообще, на альбомы ВК, чтобы я без очкования, короче, листал. Мне так кажется. Потом 3К требовать будешь. Не, не буду, честно. 2,5 расходимся, реально. Ну, слабо, слабо. Ну, значит, ну ладно, понятно, сегодня не будем смотреть. Не времени. А, ну ладно тогда. Ну ладно. Ребят, это главное ваше решение. Я его уважаю максимально. Раз вы не хотите смотреть «Не времени», я не против, хорошо. Ладно уж. Ну, бывает, не посмотрим. В телегу выложить. Нет. Ну, понятно. Ну, значит, ничего не смотреть не будем. Пойдем к норм-стримерам. А кому? Вот кто еще норм, ребят? Никто. Ты посори. Здорово, здорово. Ну и чё, ну? Бля, мне же еще, я вам рассказывал, мне будет это самое, мне еще пришлют на 5000 затяжек. Там, говорят, вообще бочки такие, они еще вот-вот выходят. Ну, фумошки, там прям бочка какая-то, мне прям интересно, пиздец. На 5000 затяжек, заебись же. Кто такой Мазелов? Я не знаю, кто это. Ладно, ладно, давайте 2200 и реально, и все. 2200, бля, уже 2 часа стримлю по факту. Ну ладно, раз обещал. Ты же бросал, кстати, да. Ну пока деньги платят, смысл бросать, согласен? Перестанем работать, буду бросать, наверное. Все, 2200 и договорились. О, сразу... Ты посмотри, вы такие наглецы, я в ахуе. Давайте 100 человек подписываемся и все. Всех мазел. Так он то же самое делает, блядь. Вы издеваетесь нахуй надо мной или чё, блядь? Думаете, он не их рейдит не будет, что ли? Вы балбесины. Охуел, сидит, торгуется, ну, блядь. Блядь, чё за хуйня? Давайте еще нахуй, блядь. 100 человек и пойдем. Я не шучу, я реально, ну, это самое. Реально пойду, короче. Такие это, вон вам в чат закидывают. О, блядь. Блядь, да куда показывает-то? Во, в чат закидывают, посмотрите. Ну, кто с телефона, вон там. Удаляй канал. А. Манипулятор 13. Да что? Чё, блядь? Вам чё сложно, чтобы мне нахуй дальше бабки платили? Сложно подписаться или чё я в ахуе, блядь? Пиздец. Вы такие наглецы. Ничего сказать не могу. Пиздец, и пишут да. Пиздец. Не, можем, 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 можем. 67 человек осталось. 67. Что такое 67 человек? У нас сидят 3 косаря почти, нахуй. Вы говорите, это самое сложное. Есть, есть прогресс, давайте. Мне 10% и подпишись. Да пошел ты в жопу. Какие 10%, блядь? Оф, и готовься шоу. Да буду, буду. Рыжий торгашка. Да пошли вы нахуй, блядь, сука. Для вас стараюсь, блядь, нихуя не делаю, нахуй. Все, блядь, 45 человек. Да, блядь, ну чуть-чуть осталось. Давайте вам Настя миски, да. Все, 45 человек и пошлите смотреть «Не ври мне». Ну пиздец, ну сколько можно... Блять, с вами так сложно, вы мега охуевшие люди, ничего сказать не могу. Сложно подписаться, блять, на самые лучшие одноразки на свете, блять. Бля, какая песня охуевшая. 35 человек.
Как же он торгуется, есть такой. Бля, ну посмотрите, 27 человек. Ну что, что такое 27 человек? Это ничего. Ребят. Бля, да посмотри, 19. Все, пошло, 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 добро. Девятнадцать человек. Это дохуя, это мало. Это невероятно мало. Вон вам в чате накидывают. Два человека. Сейчас прикиньте, два не подпишутся и все, и я пойду это. Не буду смотреть ни в Риме. Все есть, с горе пополам, ребят, пиздец. Ну давайте, 2,5, ладно, не буду. Бля, еле выжил вас, я в ахуе. Спасибо всем большое, пролайкайте посты, будьте добры. Вот, ну, закрепчик лайкните, ну, реально. Напишите комментики там, типа, все к Фума, типа, вот такая хуйня. Будьте добры. Не вижу, где лайки прибавляются, блядь, вы че такие это самое? А, ну во, пошло, да. Не, реально, пролайкайте, будьте добры. Это моя к вам просьба большущая, реально. Ну вот с этим дурачком можете лайкнуть, нормально. Во. Ну пиздец, от вас активу хуй дождешься, ребят. Вы меня очень сильно расстраиваете, конечно, ебанись. Да, блядь. Буду знать. Ладно. Хуй с вами. Да пиздец. Спасибо, что оценил мой мемей с паблики Фума. Спасибо большое. Договор. 20 человек отписались. Хорошо. Хуй тогда вам. Дань, супер сложный вопрос. Ты только подумай хорошенько. Кто тебе дороже, мы или Фума? Ну теперь Фума, потому что я понял, как ладно, вы ко мне относитесь. Спасибо большое, удачи, Кейт. Шоу. Полинчик, спасибо, спасибо большое. Ебать, почти 8,5 евро. Спасибо большое. Смотрите, отписались. Ну тогда не буду сорить ни в Риме. Пиздец, я в ахуе просто. Ну ладно, что тогда это самое. Попиздим, и я пойду тогда. Хуй вас за... Бля, я в ахуе, пиздец. Ну сложно, что ли, нахуй? Я чё вас прошу, что... Бля, я в казино, что ли, играю? Я не понимаю. Я вас прошу по реферальной ссылке в казино прийти или, блядь, просто на паблик подписаться, ёбаный свет. Да это пиздец, короче, чуваки. Что может быть страшнее, чем отпустить яблоко и обнаружить там червя? Твоя мамаша. Я другую концовку слышал, но ее произносить здесь нельзя. Спасибо большое. Позор предал. Я предал кого-то, блядь. Ну, бля, я не знаю, ребят. Ну, вот, да, ну, вот серьезно, если говорить. Хуй знает, ну. Ну, короче, бля, я не знаю, как мне это комментировать. Не, одно дело бы. Я чё, блядь, у меня стримы без букмекерских контор, без казино, без всякой хуйни кейсов, ничего нету. Ничего, блядь. Есть парилки, которые я просил последний раз. Полтора месяца назад на их паблик подписаться. Полтора месяца назад, блин. То есть я каждый стрим мы с Фума стараемся вам башку не ебать с этим. Я не понимаю, короче, ну реально, типа, почему такая реакция? Тот же самый Вова Братишкин, я следил, как он это делает. Он тоже говорит, ребят, прошу. Ну у него онлайн, естественно, побольше. Прошу, вот, там, Телеграм какой-нибудь, да, вот, это, спонсора, типа, заспамить вся хуйня, типа, там, лайки проставить под постами, там, комменты написать, подписаться. У него ебашат все. Потому что, ну, понимает, что либо так, либо там он казино будет рекламировать. Я попросил по-нормальному, блядь, хуй знает, короче, из-под палки, короче. Ну, ладно, блядь, тогда хуй знает, что могу сказать. Да чё, 2,2, это я наныл, понимаете, это уже, блядь, ну... Пиздец. Понятно, это я уже наныл. Ладно, короче, тогда я буду стрим заканчивать. Все, давайте тогда, господа, прощаться. Спасибо всем большое за стримчик, за ваш активчик.
за... Донатики ваши, не, реально. Всем спасибо. Большое, чтобы были на стриме. Вот, спасибо большое всем, кто пришел. Я не знаю, когда следующий стрим, я в Телеграме скажу. Вот. Все, давайте, всем пока.